что ж, внимание, Юлия Липницкая. Юлия Липницкая на ваших экранах, 12-й стартовый номер, она завершает выступление фигуристок из второй разминки, одна из главных претенденток на самое высокое место на этом чемпионате России. Юлия Липницкая проводит великолепный сезон. Она заняла в финале Гран-при, не просто попала в финал Гран-при, а заняла там высокое второе место, уступив только Мао Асада, и опередила знаменитую американку Эшли Вагнер. Была лучшей из наших фигуристок на финале Гран-при. Все уже нас приучила, нас к этому все ждали, вот этого уже ставшего знаменитым заключительного вращения в полном шпагате, который демонстрировала нам Юлия в этом сезоне на этапах Гран-при, в финале Гран-при. Но сказать, что все у нее получилось на 100%, наверное, нельзя, потому что было... Марка, ошибка в каскаде, тройной луз, тройной тулуп. Сейчас мы в повторе это с вами увидим. Там совсем страшно его было, да нет? Нет, знаешь, себе. Вот как я катала, так я опять откатала, блин. Нет, потом вроде нормально. Единственное, что по дорожке. Вот такое короткое обсуждение сразу же. Давайте смотреть уже. Выезд после второго тройного тулупа был исполнен не лучшим образом. Конечно, Юлии не просто выступать. Понятно, что она одна из фаворитов этого чемпионата. От нее многого ждут после такого великолепного результата в финале Гран-при. Здесь тот случай, когда можно
набирать баллы не только за чисто исполненные прыжки, но и вот за эти самые вращения высочайшего уровня. И уникальное просто вращение. Никто ничего подобного сегодня исполнять не может. Это уже такой фирменный элемент Юлии Лепницкой. Балла. Ну и естественно за технику 37.06, за компоненты, вот это тоже надо особо отметить, очень высокая оценка, 33.26 балла. Ну и она лидер, причем с таким не огромным, но с отрывом все-таки. Где-то почти 3 балла выигрывает она у Елены Родионовой, занимающей на данный момент второе место. Закончили выступление фигуристки из